Алексей Владимирович, когда вы хотели в последний раз видеть с вашей женой? На сегодня она звонила, около 5 часов вечера. Говорила, что косметологу собирается. Какие-то проблемы с кожей, я вам не в курсе. Ну, понятно, а ребенок сколько ее? Павлик? Павлик, он 2 года будет. А Сергеевна, она присматривает за ребенком, когда она в детдоме. Она врач. Понимаете, я же не знал. Я бы встретил бы ее, но я же думал, она дома. Ну что торопиться, я в тренажерку пошел. Александр Васильевич, вы не волнуетесь, вы меня извините, но ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Нет, это вы меня извините, пожалуйста. Но можно перенести нашу встречу? На другой день, пожалуйста, любой день. Просто возьмите и идите. Нет, мы уже, конечно, перенесли. Пожалуйста, не можете дать хотя бы телефон косметолога. Нам же надо с чего-то начинать, верно? Не волнуйтесь, Украина. Господи, как держит.